А теперь поприветствуем Валерию Макарову. Добрый вечер. Меня зовут Лера Макарова. Я писатель и сценарист. Как вы понимаете, стихотворения я не пишу пока что, поэтому сегодня, во время нашего творческого стихотворного вечера, я хочу прочитать стихотворение молодого поэта Алексея Петрова. Это стихотворение напоминает мне о той атмосфере, которая вот здесь, в Оренбурге. Мне кажется, что оно чем-то вот созвучно здешним краям. Называется оно «Голос». Я верю в мир, рожденный из метели, из протяженных в память голосов. Грудные всполохи вам в тьме немели и закрывали вечность на засов. Сходились в угол ледяные стены, гусиный клин с прозрачной глубиной, и выходили к краю ойкумены, бесплотным южным очертанием мной. Я слышу конный троекратный топот, я вижу солнце первые лучи, и снега тающего шепот, и предостережение «Молчи!». Я слышу свой неосторожный голос в казахском поле, в душной конопле. От ледника ледышка откололась и сладко тает в голубом тепле. Спасибо большое!